анонс и дату выхода 12 серии турецкого сериала «Ребенок». 12 серия сериала «Ребенок» выйдет в эфир 3 декабря. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что когда Хасан и Акча поженились, то были счастливы, но это не могло продлиться долго, так как вскоре всплыла на поверхность одна тайна. Хасан никак не может понять, что происходит в его жизни и почему две любимые для него женщины его постоянно обманывают. По каким-то причинам его мать и мать родного сына, о существовании которого он недавно узнал, постоянно плетут интриги за его спиной. Это не может понять Хасан, только до сих пор он продолжает любить Акчу, несмотря ни на что. Хасан отправился на встречу с братом Али, но при этом беседа должна будет пройти недружелюбно, так как каждый из них прихватил с собой оружие. Мужчины сразу же стали ругаться между собой и выдвигать определенные претензии. Хасан стал требовать от Али, чтобы он привел ему сына Элифа, но Али категорически против этого, ведь все это время именно он занимался воспитанием мальчика и расстаться с ним не может. Он намерен забрать Акчу в свой дом, и ничто не сможет ему в этом помешать. Али в ярости садится в машину и уезжает, а Хасан стал ему кричать, чтобы он вернул сына, или же придется пожалеть о таком поступке, ведь Хасан не виноват ни в чем, и он должен сам воспитывать своего ребенка. Напомним, 12 серия сериала «Ребенок» выйдет в эфир 3 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!